сапожки на рабочие ножки, а дырочки для вентиляции. У наших соседей на Южноуральщине пролетариат Челябинского тракторного завода устал латать старые спецовки и комкать в натруженных руках дырявые перчатки. Достучаться до директората не получилось, и рабочий класс во время пересменки снял видео в стиле новопролетарского рэпа и для пущего общественного резонанса разместил самодеятельное творчество возмущенных масс на YouTube-канале областной федерации профсоюзов. СИЗы? СИЗы? Какие СИЗы? То есть вы имеете в виду средства индивидуальной защиты? Конечно, есть. Как они защищают, это отдельная история. В ролике тракторостроителей были озвучены две цифры, иллюстрирующих катастрофический упадок заводских трат на спецодежду и средства индивидуальной защиты на маски, каски, краги, перчатки, ботинки, наушники и респираторы. Пролетариат утверждает, что в бюджете завода на этот год было запланировано потратить на СИЗы 24 миллиона рублей, но реально было истрачено за 11 месяцев не больше 6. Председатель правкома ЧТЗ Олег Косых в комментариях агентству УРА.РУ слова рабочего класса подтвердил, сообщив о том, что в прежние годы в 19 и 20 рабочие получали меньше половины причитающихся им по нормативам средств защиты. Сейчас эта цифра и в самом деле лишь четверть от нормы. По словам товарища Косых, тем, кто работает в горячих цехах, должны выдавать по паре ботинок в год. Реально они не получают и одной и вынуждены обувку покупать за свой счет. В ответ на пролетарские претензии заводская пресс-служба сообщила УРА.РУ о том, что с сентября по октябрь действительно была задержка с обеспечением рабочих средствами защиты. Дескать, поставщик сорвал сроки и нужно проводить новую закупку на следующий год. Нужные средства зарезервированы, так что все будет в норме. Поддержи новости Шеремета 9.5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.